Сумка для тележки очень хорошего качества. Верхняя часть неубиваемая ткань. Внутренняя часть у нас тентовое покрытие. Что внутри, что снаружи, водонепроницаемо. Внизу у нас на дно кладется картонка. Очень хорошего качества. Так что, чтобы продукты не проваливались. Швов здесь практически нету. А если они есть, очень хорошие. Видите, двойные, идеальные. Все вообще безумно круто и безумно четко. Верхняя часть у нас затягивается на тесьму. Вот плюс фиксируется вот таким вот бегунком. Значит, верхний клапан у нас закрывается вот в таком вот положении. С обратной стороны у нас имеется две липучки. Это для того, чтобы держались они на раме и сумка не ездила ни влево, ни вправо. Это фиксатор самой сумки на раме. Точно так же. И здесь у нас расположен карман большой. Во-первых, это для того, чтобы оделась сумка на раму и никуда не елозила. А во-вторых, здесь имеется специальный дополнительный кармашек формата больше, чем А4, куда можно положить любые вещи. Сумка идет в разных цветовых гаммах. Коричневая, черная, синяя и красная. Если вы приобретете, я вас уверяю, 100% не пожалеете. Высшего класса сумочка. Ссылочка внизу в описании под этим видео. Супер!